Спасибо, Кристина. Спасибо. Кристина, ты такая красивая сегодня. Это привет. А сейчас я хочу спросить мнение сначала нашего блистательного пианиста Евгения Хмары. Поаплодируем ему. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Мы репетировали несколько раз перед выступлением, и на сцене это была полная импровизация. А импровизация — это всегда показатель души и показатель мастерства артиста. Поэтому эта девушка прекрасно выступила, и я ее поддерживаю. Спасибо, Жень. Я, если честно, довольна. Потому что я чувствовала. Это было слышно. Ты сегодня была такая хозяйка на сцене, знаешь. Да. Хорошо. Такое вот было ощущение, что ты всех захватила своим голосом. Да? Да. Ой, да, мне сказали, что супер, там дети. У вас такие дети. Обожаю. А что скажут наши дорогие слушатели? Добрий день. Насправді, це моя одна із улюблених пісень, і я ще ніколи. Не відчувала такого захвату від неї. Це її голос щось неймовірне, щось вишуковане. Мені дуже сподобалось. Дякую. Спасибо. І ви хочете сказати? Ви знаєте, так хотілося, щоб ця композиція не закінчувалась. Все время так хотілося слухати, слухати і слухати. Ось так. Все було просто супер. Прекрасно. Спасибо за все, спасибо. За все, Украину. Я люблю тебя, Украина, очень. Спасибо. Мы приглашаем на сцену нашего следующего участника.